Алло, здравствуйте, это Галина. Очень приятно, меня зовут Светлана. Вы переписывались вчера с Валентиною. Вам удобно сейчас переговорить? Я набирала вас чуть раньше. Галя, у меня такое предложение. Я вам задам сейчас несколько вопросов, а потом расскажу о сути нашей работы, предложения. И если вас заинтересует, мы тогда договоримся о наших дальнейших действиях. Хорошо? Скажите, Хорошо. пожалуйста, а в какой сфере вы работаете? Ага, хорошо. Скажите, пожалуйста, Галь, а вы по жизни больше независимо от должности, руководитель или исполнитель? Вот по натуре своей. шеф-поваром. Ага, о, шеф-поваром, понятно. Руководили, значит, да? Хорошо. Скажите, у вас не было опыта предпринимательства? Или, может быть, вы думали о своем деле, чтобы открыть свое дело, Галя? Не думали никогда. Хорошо. Ну, сейчас я вам расскажу, какую работу предлагает наш проект. У вас доступ к интернету есть, я так поняла, правильно? Ага. Наш центр развития предпринимателей помогает заинтересованным людям создавать собственный бизнес, не выходя из дома. Но работа практически вся в интернете. И на старте будет поддерживать вас наставник Валя и другие спонсоры будут поддерживать и помогать. Работа наша заключается в организации товарооборота для компании и в поиске обучения менеджеров для управления бизнес-процессами. То есть, проще говоря, Галь, научились вы сами печь пирог и потом людей, которых вы приглашаете, вы обучаете тому, чему научились сами. Вот. Наша работа заключается в создании товарооборота, как я уже сказала, для известного европейского бренда. Нам эту работу оплачивает и известная компания, компания Oriflame. Вы слышали? Мы занимаемся рекламой бизнеса компании Oriflame. Вот. И наша задача, чем большему количеству мы дадим информацию о том, как здесь можно зарабатывать, тем и большее количество из этого народа заинтересуется этим. Ну, вот такая работа. Вот. Уверена, что вы с продукцией знакомы компании Oriflame, правда? Брали, пользовались, да? Вот. Ну, скажите, пожалуйста, Галь, может вас заинтересовать такая работа в интернете? Графік роботи, що я один день, цілий день роблю з 8 до 8, на другий день ніч. Ага. Ну Ну, нічого. це сьогодні А отсипний. вихідні? Вихідні бувають? Це сьогодні отсипний, наче, і Ага. завтра вихідний. Ой, так 2 дня. Ну, Валь, знаете, как я хочу сказать? Ой, Валь, простите, за Валю вспомнила, Галь. Галь, знаете, что хочу сказать? Вопрос тут стоит такой главный, не один, а два вопроса. Первый вопрос. Нужны ли вам сейчас деньги дополнительно? Потому что в нашем проекте мы выводим людей на зарплату 500-700 долларов в месяц. Если нужны вам деньги, то готовы ли вы обучаться, потому что надо этому учиться? Вы сами понимаете, да, у вас вот, да, надо учиться этому делу. Вот это вот два главных вопроса у меня к вам. Если вам нужны деньги или вам... Вот, Галя, все люди на этот вопрос отвечают так. А теперь второй вопрос я хочу услышать. Что вы скажете? Готовы ли учиться и работать? Я даже не знаю. А может быть, давайте мы договоримся так. У вас есть почта электронная? Нема, да? Хорошо. Тогда давайте мы сделаем так. Я с вами сейчас задружусь, или Валя вам сбросит блог. Давайте знакомиться. Вы посмотрите. Там маленькие коротенькие видео. Послушайте, почитайте. Там на часик даже меньше информации, чтобы вы поняли, в какой сфере мы работаем. Мы работаем в сфере сетевого маркетинга. Это, скажем, такая новая профессия. Вот. И, ну, скажем, чтобы получить какое-то представление. Если вас все-таки заинтересует, и вы, ну, мне кажется, почему-то вы боитесь, Галь, да, что-то боитесь, или, ну, мне что-то, мне не кажется, что вы ленитесь, потому что бывают люди, вот с кем разговариваешь, просто ленятся, есть ленятся, там начинают рассказывать. А вы, наверное, скорее всего, боитесь, да, что вы не справитесь, вы этого боитесь. боюсь.
Да. Ну, Галь, знаете что, я смотрю на вас, вы такая обаятельная, красивая девушка, яркие красите губы такие, вот видно, что вы такая видная, уверенная женщина, наверное, по жизни, скорее всего. А то, что вы сейчас чего-то не умеете, это не страшно. Это больше задача наша, научить вам и показать. У нас есть пошаговое обучение, причем в удобное время для вас. Вот когда пришли, вы отоспались, вот, и вы включили, то есть вы будете сами заинтересованы, если будете заинтересованы. Посмотрели, послушайте, делайте. Что у вас не получаетесь, не получается, вы с Валей связались, поговорили ли со мной, она подсказала. А у вас скайп есть, Галь? Вот, видите, как мы, основная у нас работа в скайпе, там будет вся информация, сообщения, все-все-все, у нас есть специальный чат, и вы потихонечку будете разбираться. Если, Галь, все-таки вам нужны деньги, и, ну, есть какие-то страхи, сомнения, не пугайтесь этого, вот, просто давайте начнем делать первые шаги, а вы тогда уже увидите, ну, получается у вас или не получается. Потому что никто же не знает среди, на что способен, понимаете? Никто не знает. Я тоже преподаватель, я даже не представляла 14 лет назад, что я там смогу заниматься. Валя тоже преподаватель, и у нее отлично получается. Она просто знает, что впереди, ну, как и я, знаем, что очень маленькая нищенская пенсия у преподавателей. Надо что-то делать, готовить себе такой запасной аэродром с хорошей зарплатой, понимаете? Вот, и мы учимся, и Валя учится, и я постоянно учусь и развиваюсь. Поэтому ничего страшного нет. У нас очень хороший коллектив, все терпеливо подсказывают. Самое главное, чтобы у вас было желание, понимаете? Чтобы было желание, чтобы вы хотели. То, что вы боитесь, это не Чтобы страшно. не то, что заставляете, а Нет, ну самому зачем хотите. же? Ну зачем же? Это ж, как это сказать, знаете, дело добровольное, насильно мил не будешь. Поэтому, если надо деньги, вы будете внимательно читать и все. Ну, вот и все. Нет, вот если надо деньги, готовы учиться и работать. Понимаете, Галь, все говорят, всем надо. Но мы не раздаем деньги. Работать за них надо будет. Хорошо, Галь? Ну Хорошо. все, давайте тогда вам Валя сбросит сообщение, вы ознакомитесь, ну, в течение дня, там, у вас завтра выходной, и к вечеру тогда Валя с вами созвонится и поговорит. Если вас заинтересовало, тогда мы уже будем делать следующие шаги. Следующий шаг у нас в скайпе разговор уже будет там, где я буду в скайпе показывать с Валей вам и рассказывать, какие надо делать действия, там слайды будут, презентации, вам надо, чтобы вы смотрели, не обязательно, чтобы мы вас видели. Вот захотите, увидимся в скайпе, не захотите, не надо. Вот, послушайте, посмотрите тогда. Это уже будет второй наш шаг. Хорошо? А сейчас пока почитайте, посмотрите, что вам Валя вышлет. Вот, я с вами тут ВКонтакте задружилась. Моя фамилия Светлана Бережная. Подтвердите дружбу, и мы будем с вами тогда тоже общаться ВКонтакте. Хорошо? Все, спасибо. Очень приятно было познакомиться с вами, Галя. До встречи, до свидания. До свидания.